Татарстан готовится к переходу на третий этап снятия ограничений по коронавирусу. Об этом сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по республике. Любовь Авдонина пояснила, что сохранится масочный режим и социальное дистанцирование. В Татарстане сегодня зарегистрировано 29 новых случаев ковид. Больше всего заболевших в Казани – это 16 человек. На 13 августа в Татарстане зарегистрировано почти 6 тысяч случаев коронавируса. 29 и 30 августа в Казани пройдет фестиваль татарского дизайна и городской культуры. Он будет проходить на обновленной набережной озера Нижний Кабан в Старо-Татарской Слободе. Наша рука помощи вашему бизнесу. Антикризисные предложения. Телефон 843-5705-100. Күтілмеген қунақ күттіріп кіне интернет-шілтерлеріне де келіп жетті. Қазір бұл фильмнің барлық серияларын пайымлы ру сайтында қорап болады.